Президент Садыр Жапаров сыграет против легенд испанского клуба «Барселона» в товарищеском матче в Бишкеке, сообщил глава службы информационной политики и администрации президента Даирбек Орунбеков. Глава государства будет выступать за легенд Азии. Матч состоится 30 августа на стадионе имени Дулона Умурзакова. Начало 20:00. Напомним, что звезды «Барселоны» проведут в Кыргызстане 3 дня с 28 по 30 августа. Они примут участие в церемонии официального открытия Академии испанского клуба «Джалалабаде», а также сыграют товарищеский матч в Бишкеке.